слишком большие. В чем проблема? Какая? На сегодняшний день вызывает как бы обеспокоенность следующие зоны отдыха, расположенные в Гагаринском районе. Это зона отдыха бухта Голубая, зона отдыха бухта Казачья, зона отдыха пляж Адмиральский. По-видимому, там еще идет процесс закрепления территории, потому что данные территории при проверке были в антисанитарном состоянии. И болевой точкой в Балаклавском районе является зона отдыха пляж Дельфин. Значит, по-видимому, там тоже еще пока не закреплен ответственный, и точка смета находится в антисанитарном состоянии.